Девочки, сколько там процентов мальчиков, которые меня смотрят? Вот это тень отца Гамлета. Ну, в общем, что-то меня такая простуда долбанула. Это я стою. Что прям вообще. И голоса у меня нету, и видео снимать мне, как говорится, нечем. Самый главный мой инструмент, голос отвалился. Ну, в общем, что-то у меня как-то я в этом году не могу. Вон, мама кричит, не очень-то говори. Они мне говорят, прекрати разговаривать, сиди молчи. Поэтому сегодня я не сильно много видео буду болтать. Хочу вам эти всякие цветочки показать. Я сейчас смотрю девочек, которые в этом... Ну, я на даче, в общем-то. Вон, папа копает, мама тоже что-то, а меня сегодня исключили, так как я болею. Показывать-то, блин, даже нечего. Ну, есть кое-что, какие, кое-какие цветочки. Я просто смотрю сейчас девочек из этого, ну, там, из разных стран. У них уже, блин, там все так цветет, пальмы кругом. У нас вечно вот эта вот ерунда какая-то. Ну, что там говорить, только снег был буквально 3 дня назад хлопьями. Ой, ну, мама все высадила, конечно. Вот сирень, видите, только шишечки берутся и листочки. Вот и все. Ну, по-моему, уже черемуха отцвела, поэтому, наверное, уже все. Сказали, после 20-го якобы тепло будет. Это дом нашего соседа. Это я вышла из участка, стою тут. А это позор огородника. То есть мой. Это когда я решила, что я буду заниматься цветочками. Мне мама говорит, вот я тебе уделяю вот эту грядку, давай тут наяривай. И вот в этом году я даже, мне холодно, и пока еще не было ни времени, ни сил заняться этим. Вот. Это типа мое произведение, такая грядка вентиляторная. И опять это тень отца Гамлета рядом. Вот это вот куст жасмина. Пахнет, кстати, классно. Хотя мне как-то сказали, что это якобы не жасмин, а как-то по-другому. Но у меня как-то, знаете, эти названия цветуёчков в голове не держатся. Вот всякие маленькие достижения огородничества в Подмосковье. Ну, какие маленькие, это, по-моему, крокусы. Крокусы, может быть, хиленькие. Это не знаю, как называется. Надо у мам спросить. Ну, приятно все равно по весне. Ну, какие-то колокольчики выскочили. Красивый такой цвет. Так он голубой, а через экран я его вижу фиолетовый. Зато, смотрите, тюльпанчики, бутончики набрали. А в Москве, между прочим, их, наверное, высаживают везде, там уже даже с цветочками. Ну, их, наверное, из теплицы с цветами высаживают распущенными. А вот где камушек, мы похоронили моего любимого кота. Здесь вот тоже вот ерга или что это. Вот так вот. Белый такой, помните, был у меня на видео. В прошлом году, ну, в общем, мы думаем, что его собаки задрали. Он у нас пропал прямо вот аккурат перед моим днем рождения. День рождения 1 сентября. А я как раз новую квартиру доремонтировала. Думала, сейчас вот как раз после дня рождения, он у нас всегда на даче жил. Я его сейчас и привезу. А он где-то числа там, ну, может, 29-го, 30-го. А через 2 недели мы его вот нашли. Соседи у нас его нашли. Но было уже трудно сказать, от чего он умер. Ему 16 лет было, от старости или... Ну, папа сказал, что, похоже, его собаки погрызли. А это вот Маринин домик. Не знаю, тут должно сняться. На солнце снимаю. Вот это северная сторона, поэтому здесь окошек нету. На эту сторону. Да и вот тут вот на соседей-то не очень охота окошки иметь. Вот, с этой стороны. Здесь вот тоже с этой стороны. Со стороны как бы... Вот у нас забор.
да, со стороны как бы забора. Ну, почему-то папа сделал без окошка. Хотя бы я, может быть, сделала с окошком. Потому что вот это, по-моему, восточная, что ли, сторона. Вот такое в окружении яблонь. Яблони у нас, видите, уже старые. Но в том году яблок было дофигища. И вот мы сейчас, вот видите, два стульчика стоят. Мы сидели, кофе пили. Потому что уже не хочется к тому дому идти. Он в этом, в тени. А здесь такая лужайка классная, тепло. В общем, когда будет холодно на даче, мы будем тусоваться в этом доме. Когда будет жарко, будем в том вот доме. То мой дом, ну типа, а это Маринин. Так мы поделились с ней. Так вот. Смотрите, Роти уже картошку посадили. Я говорю, ну вы когда успели-то, под снегом что ли ковырялись? Ну такие родичи не могут. Надо посадить. Пусть, говорит, она уже растет. Вот так вот. Вот так у нас все есть. Вот эта малина. Ну, это не только здесь она, там есть еще около туалета. Как всегда, почему-то малину сажают около туалета. Вот здесь продолжение. Клубника. Вот тут вот грядка. И, по-моему, там вот около теплицы. Там вот теплица, мама там бродит по теплице. Там она и помидорчики, и огурчики. Мы все сажаем. Ну, по-моему, вот эта редисочка посеял папа. Он ее очень рано сеет. Так, это, по-моему, у нас чеснок. Даже чеснок мама сажает. Да, меня спрашивали, что за печку вы будете ставить в новом доме, в том. Слово печка как-то людей испугало. Я говорю, ну, в общем, я показываю вот такую. Вот она идет. Это в старом доме. Тут еще убираться и убираться. Так что не хочу пока дом показывать. Здесь грязище после зимы. Тут надо рукава закатывать и вперед. Обычно я этим занимаюсь. А видите, в этом году холодище неимоверное. Ну, и я что-то вот заболела. Меня как-то пробило совсем. Ну, ладно, больше болтать не буду. Всем пока. Вот я уже возвращаюсь обратно пешком, что очень редко от родителей с дачи. Потому что я перегоняла их машину. Ну и поэтому, ну, папа немножко боится ездить по Москве, поэтому я села за руль, и мы с папой поехали. Обратно вот я возвратилась пешком. И я вот снимаю вам свой комплекс издалека, потому что, в принципе, я никогда его не снимала. Вот такие дома. Вот это вот здесь вот стоянка. Автобус пришел. Вот здесь вот стоянка, где моя Фрость стоит. Она еще в полудоделанном состоянии. Ну ничего. А здесь вот первая стоянка. Здесь уже давнишняя. Вся такая, видите, покрытая этим, асфальтированная. Вернее, как они называются-то? Фу, забыла. Плиткой покрыта. Плитка же это называется, да? Там тоже будет. Вот там сейчас освещение делают, еще копают. Так что вот, показываю свой комплекс издалека. В общем-то, я хоть сегодня и тень отца Гамлета в связи с моей болезнью. Но я набралась как бы сил последних и решила с электрички дойти пешком. Ну, где-то 2,5 километра. В принципе, не так много, нормально. Немножко там заблудилась, на машине по одной дороге еду, пешком что-то пошла в другую сторону. Ну, фигня все. Так что вот так вот.